Сколько будет 20% от 20 миллионов? Ну, вы посчитайте, наверное. Я в стол, я же в школу, филолог вообще, знаете, недоучка. И одного образования-то с горем пополам получил. А кого называют в Думе мистер 20%? Вот это точно. Вот мне нравится это название. Я, наверное, думаю всегда, что мне скоро уже надо будет какой-то объявить конкурс об анекдотах или как это, скажем, откуда это все росло. Для меня это интересно. Да? Да, потому что сейчас говорят так, когда кому-то даешь по пальцам и говоришь, это ты не прав. Вот, 20%, Кавац, да, 20%, там... да, там это самое. Ну, наверное, кому-то очень дорогу перешел. Ну, смотрите, помните, в России давно-давно был такой премьер-министр Касьянов. Его звали Миша 2%, а вас зовут Андрис 20%. Ну, вот видите, то есть боятся больше, наверное. Да? Да. Вас же не назвали там, извините, пожалуйста, очкарик, да, или там фиолетовый галстук. Вас назвали 20%. За глаза злые языки. Ну почему 20%? Ну откуда если, это? Вот, откуда если, это берется? Если, вот так, скажите, Америкс берет взятки. Вот, не могу, нет, нет доказательств. Не ну вот давайте скажите, бы, хоть один бы... позвонит, да. Если кому-то сегодня это есть хоть маленькое доказательство, ребят, ставьте, говорите, факты, когда, где. А если так, то сегодня есть вот на другой. Америкс говорит, давайте вот работать как требует. Этот недоволен уходит, вот 20%. Хорошо, да? С другой стороны, вас да? оболгали, плюнули в лицо, не, сказали, не оболгали, 30, я это воспринимаю. Почему ну, в суд не разница? Пошли? Ну, почему зачем? В суд ну, зачем мне, ну, мне когда-то называли американцем в советское время, дискриминировали, не ну, разрешали по фамилии, против атомной бомбы подписываться. Да? Пулкса тоже полковником звали в детстве, я понимаю, по фамилии. Ну, то есть, извините, это детское сознание. Я могу сказать одно, моя совесть чиста, если кто-то имеет хоть какое-то доказательство, что вот Америкс берет взятки, я могу сказать. Дадите 10, ко мне 10 даже секунд не подходите, Пулксу. Даже не подходите. 20% дадите да, Пулксу не времени подходите. Последнего? Пусть Пулкс сам с собой разбирается.